Здравствуйте, мы организация «Стома вместе». Я Татьяна, это Дмитрий. Мы разрабатываем этот проект вместе. Следующий слайд. Значит, это такая проблема может возникнуть. Это там уже дальше. Дальше кто листает? Значит, что такое стома? Стома – это часть кишки, которую выводят человеку на живот, ее пришивают. И есть техническое средство реабилитации – это мешочек. При помощи этого как бы он, ну, проблему эту… Да. Вот. Можно мне слайд? Значит, в Самарской области у нас примерно 3000 человек за год таких появляется. Чего мы хотим достичь? Мы хотим показать, что да, комфортно и даже красиво где-то. Мы пытаемся помочь людям преодолеть стыд. Также показываем, как с этим живут. Показываем, что с этим можно путешествовать и заниматься основным родом деятельности. Также мы даем им уверенность, которой им не хватает, когда они сталкиваются с этой проблемой. Что у нас есть? У нас есть сайт с примерами знаменитостей, у нас есть мессенджеры, это группы, где люди общаются, задают вопросы, на которые оперативно они отвечают, как бы достаточно только телефона в больнице. Ну, есть мобильный телефон, человек лежит в палате, ему как бы вот. Значит, также мы при помощи таких вот стикеров, которые вам раздал Дима, мы их хотим развесить в больницах, где человек, в общем-то, сталкивается с этой проблемой, да. Значит, мы вот разработали за сегодняшний день сайт, мессенджеры, да, обновили группу ВКонтакте, и вот разработали этот логотип, как бы наклеечку, которую можно, например, на входе в отделение или на видном месте приклеить, чтобы человек мог обратиться. То есть у нас там есть группа WhatsApp, Viber, в общем-то, есть телефон, все доступно, и не надо там ноутбука, чтобы зайти на сайт. В общем-то, какие мы технические ресурсы сегодня как бы использовали, это мы разработали сайт на Тильде, мы обновили, ну, группу ВКонтакте, естественно, мессенджеры и макеты EPS и SVG. Вот. Зачем нам деньги? Мы хотим доменное имя. Также мы хотим сайт перевести на WordPress и как бы напечатать достаточное количество листовочек, чтобы наклеить в больнице и в центрах соцобеспечения, где люди получают такие мешочки. Вот, в общем-то, наш сайт, и о нем, наверное, расскажет Дима. У меня осталась 1 минута. Пожалуйста, сайт максимально доступен, чтобы человек, который не знал об этом и столкнулся с этим, понял, что жить с этим можно комфортно. На ярком примере, это известная фитнес-модель, пожалуйста, дальше. Здесь ролик о том, какие бывают виды стом представлены. Затем то, что может пригодиться, и первые шаги стомированного после операции. Вот куда обратиться, зачем это нужно. Дальше примеры средств реабилитации. Ролик показан на один, как применять средства реабилитации. Вот он ниже. Самые понятные. Так, дальше наш логотип о том, что жизнь со стомой можно комфортно. И примеры комфортной жизни. То есть люди обычно задаются вопросом, как я дальше могу там путешествовать, жить с семьей, заниматься какими-то своими повседневными вещами. Все это расписано в двух словах: спортом, тем же интимная жизнь какая-то. Все это для него также все доступно. Вот и в конце пример яркий к модели, которая столкнулась с этим молодой человек, вот, и он вернулся на подиум, так скажем. Вот здесь мы не успеем, конечно, его сейчас посмотреть, но кому интересно, можете перейти по ссылке глянуть. Вот, и наши контакты, как с нами связаться в ВКонтакте, в Твиттере, прошу прощения, в Инстаграме и в WhatsApp, Telegram, чат. В общем, самые доступные сети – это WhatsApp, Viber и Telegram.
Thank you.